11 января отмечается Международный день спасения. Но я хочу вас спросить, а разве нам нужна какая-то особая дата, чтобы сказать друг другу простое слово «спасибо»? Для этого не нужны особые дни, потому что когда мы благодарим друг друга за какое-то доброе дело, за какое-то хорошее отношение, когда мы просто произносим это слово, нам уже становится теплее на душе и сердце. Просто улыбнитесь и скажите «спасибо Бог», «спасибо». За то, что мы есть, за то, что мы встречаемся каждый день, за то, что утром мы можем увидеть солнечный свет, и за то, что мы, ложась спать, мы тоже говорим за прожитый день с его эмоциями, с его переживаниями, с его тяготами. Прощаясь с уходящим горлом года, мы тоже сказали ему спасибо за то, что ты был в нашей жизни, за тот опыт, который ты нам дал. Кого-то мы потеряли, кого-то мы приобрели, но мы говорим спасибо за тот опыт, который у нас есть. И я вам хочу сказать спасибо за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы рядом, за то, что встречаясь, вы улыбаетесь мне, а я улыбаюсь вам в ответ. Спасибо. И всего вам самого-самого доброго. Город Винница. Луменюк Наталья Владимировна. Да, спасибо большое за все, что вы делаете для нас, для наших детей, для нас, для каждого Украины. Все больше, ну что я могу еще сказать? Большое спасибо. Шнуракалютин. Рахмат. Минна дорман. Обригада. Чох саулу. Таримакаси. Мадлоба. Тешекредер. Сесе. Канимамбу. Дякую.